И вот, друзья, пришел в термы Каракалла. Здесь мы встречаемся с Андреем. И сейчас пойдем погреться в термальной бане. И вот, друзья, мы подошли к дому Достоевского. Здесь он написал произведение «Игрок», называется, в Баден-Бадене. Приехал в Кацрую. Здесь остановился, вот прям есть специальная паркинг-фонарь-парковочка. Прямо для караванов, тут даже написано «Автодома можно вставать». Видите, как у меня получилось, я немножко вылазю, но ничего страшного. И вот здесь залазю. Ну, вроде бы здесь, если написано «Паркинг есть», значит все нормально. Мне вот отсюда 2,5 километра до центра города. Здесь велосипедная дорожка пошла, вот она идет уже здесь рядышком. Бегают люди, и туда вот 2,5 километра я уже в Кацрую. Так что, друзья, здесь прям парковка очень хорошая. Она свободная, часть машин стоит, но, в общем-то, места свободные есть. Итак, друзья, мы в Кацрую, в центре города. Вот катаюсь на велосипеде, и сейчас я вам немножко покажу город. Посмотрите, какой он красавчик. Тут сложно пройти, людей много, центральная улица. Друзья, мы пришли в самую вкусную такую булочную, Андрей показывает, где самые лучшие булочки в городе Кацрую. И, соответственно, тортики. Смотрим, друзья, а какая красота здесь. Вот пошли круассаны. Тортики разные такие, коктейли, пироженки. Вообще такая вкусняя. Слушай, мы, наверное, все с тобой не попробуем, Андрей, да? Тут только по чуть-чуть. Ну, я обычно стараюсь все пробовать. Все? А, ну давай посмотрим сейчас. И вот такие вот десерты, друзья. Такая вкуснятина. Вот такие торты лежат. Отличные. И сразу здесь шоколадки пошли. Все, вот. Лучшая булочная такая в Кацрую. И вот, друзья, пробуем такой вот, называется, пинца. Да, пинца. Пинца. Ну, вот название. Да, вот такой пинца. Даже не пицца, а пинца. Такая вот тесто без дрожжей. Стоит вот такие вот два куска, получается все вместе 9 евро. Очень вкусно. Мы сейчас будем пробовать такую новую тематику в Германии. Итак, друзья, мне вот один приятель рекомендовал здесь такие вот классные сосиски. Называется Мюнхен. Мюнчнер Вайсвурст.
Вот, они, значит, как делаются? В кипяченую воду, значит, воду кипятите, потом туда их опускать на 10 минут и прикрываете где-то 10-12 минут просто крышечкой, и все, и стоите, ждете. Вот, потом открываем и начинаем кушать. И получается, говорит, очень вкусно. Поэтому, друзья, вот рекомендую попробовать такие штуки. Просто супер-пупер. Вот с такой вот хреновенькой штучкой тоже вкуснятина. Продаются они в Лидле. И вот, друзья, готовлю себе завтрак. Решил эти сосисочки попробовать еще поджарить. В воде они тоже вкусно готовятся, но, думаю, жареные они будут еще вкуснее. Вот сейчас пробую, друзья, такой вот завтрак в автодоме. Вот такая красота. И, друзья, представляете, начались дожди, вот прям все заливает. Я еще тут стою на какой-то парковке, ко мне подошел какой-то немец. На немецком, говорит, машину, говорит, заглуши, здесь нельзя так стоять. Я вот стою тут в русском районе, в Карлсруе. В общем, вот получается сейчас, вроде, вот чуть-чуть, видите, немножко уже вроде бы расцвело. Надеюсь, сейчас хоть как-то солнечные панели заработают, а то прям заводить нельзя, и от чего предаться, непонятно. Свет рух, свет тушится. Вот такие вот ситуации бывают. И вот смотрите, какие они хорошенькие получаются, такие поджаренные прям колбаски-то немецкие, отличненько. И вот, друзья, такая нелетная погода, мрачно, вот только сейчас солнечные панели начали работать, а то вообще даже не схватывают, где-то так все затянуло тучами. Смотрите, какое небо, что вообще ничего не работает. Вот я тут среди разных машин паркуюсь, такое место мне показал подписчик в русском районе Карлсруе, стою. Ко мне сейчас уже подошел сказать, что заводить машину здесь, оказывается, нельзя, что только стояло. Ну вот, попробую так сделать. В общем, друзья, посетили мы с приятелем Баден-Баден. Баден-Баден, конечно, не дешевый. Он говорит, я когда, говорит, 2 года назад уезжал, цены были еще такие более-менее реальные. Сейчас уже стало 3 часа 23 евро. Это сауна и сауны полностью, и бассейн. Так бассейн отдельно был сюда. Вот, но сейчас перенесли, стали его так вот делать. Или просто термы, или еще за сауну доплачивай. Вот, а так, говорит, стоит 2 часа 20 евро. А вот к ребятам другим потом приехал уже туда, в другое местечко, там в горах, чуть-чуть. Не Баден-Баден уже, а уже поскромнее. Там у них вот 17 евро там стоит то же самое, там, на 4 часа, например. Вот, видите, ценники уже другие. Поэтому просто тут не надо ориентироваться именно на Баден-Баден. Там, конечно, все круто, но дорого. А просто он, вот здесь Карлсруе даже, говорит, есть тоже, говорит. Вот здесь, мне сказал подписчик, в Карлсруе у них тоже есть хорошая банька. Также сауны, термы. Он говорит, тут стоит, говорит, уже 17 евро, по-моему, говорит, или 22 евро, говорит, весь день уже стоит, понимаете, вот так вот. Поэтому тут все, вот цены так поразнятся немножко. Вот. Зашли в какую-то кафешку, конечно, Баден-Баден вообще. Заказал кружку пива, там, безалкогольного, нефильтрованного. 6 евро кружка пива стоит, вообще такие цены мощные. Там. Он ходит, сам яблоко с минералкой, тоже сок заказал, приятель, тоже 5 евро. В общем, там, конечно, ну, цены в Баден-Бадене, ай-яй-яй. Поэтому лучше даже где-то не заходить. Итак, друзья, мы в русском магазине в Карлсруе. Он так похож даже, наверное, на все русские магазины, в которых я был. Такие же примерно товары. Все то же самое. Конечно, такие вывески. В общем, интересно. Все продукты делают здесь. Конечно, никто не хочет давать интервью. Из руководства спрашиваю. Как ни странно, но вот так вот. Вот даже ряженка есть тоже. И кефир, и ряженка, масло. Все здесь так и есть, в перемешку с немецким. Такой набор пива, козел, вот Балтика везде есть. Особенно вот девятка такая. Даже цена, наверное, такая же, как в Ларе. Вот. В общем-то, вот набор такой продуктов. Много для всего. Желка такая, 6,09 стоит евро. Водка, воздух такой, даже не слышал. Царская, русский стандарт, парламент даже знакомая, как из моего детства прям буквально. Ну, в общем-то, вот, наверное, все, что я здесь вижу. Немиров. Разные интересные конфетки.
российские. Вот. Карамельки разные по 0,39 цента килограмм. Получается. Вот мороженый пломбир. Ого, какой пломбир интересный. Пломбир, как будто из детства, друзья, мороженое, брикет. Блин, смотрите, очередь большая. Так бы взял, настоять не хочется. Народу больно много, как обычно, одна касса работает. Конечно, прям похоже все на Россию очень сильно. Такие же продавщицы примерно, как все. Даже в других магазинах, Lidl, Aldi, по-другому все. В общем, вот так вот все, друзья. Так, друзья, мы едем дальше. Из Скансуя едем в сторону Фойцинга, города. Это между Штутгартом, получается, и Карлсруэ. Через 300 метров поверните налево. Навигатор вообще показывал всего лишь 20 километров. Но теперь по каким-то тут объездным трассам с пробками показывает аж 39. Поэтому посмотрим, как сейчас получится там проехать покороче. Пока непонятно. Но думаю, нормально проедем. Вот здесь я ночевал в русском районе Карлсруэ. Среди разных тут машин, фур. Кто что стоит. Вот фуры заезжают разные. Видите, как тут такое одностороннее движение. Вот. И сейчас едем дальше. Прогулялся по русскому магазину. Там, конечно, одна русская речь. Он что-то не стал ни с кем разговаривать. Заранее я еще с людьми не списался, потому что еще поеду обратно через Касую на обратном пути. Ну, пока вот едем дальше, в сторону Штутгарда. А там уже будет видно обратном пути. Может быть, с кем-то Егиным встречусь. Еще люди писали с Фейсбука, когда я сообщение делал, поэтому вот все в тему, все будет дальше. В общем, на улице идет град с дождем, такая погода какая-то нелетная, то град идет, там лежу, какие-то уже видно, град тает параллельно, сразу дождик идет, на улице сейчас 4 градуса тепла, ночью вот было даже 6 градусов тепла, в общем, такая погода какая-то, не знаю, наверное, немецкая, как назвать ее, такая сырость, так видно будет несколько дней. Подписчик один мне вот сказал, что говорит, лучше сегодня вообще не ездить, говорит, сдувать, говорит, там будет, тебя параллельно, говорит, дорогой поедешь. Ну, мне уже здесь сидеть не хочется. И очень один слово, я потихоньку поеду, я думаю, меня с дороги там не сдует на автодоме. Вот, поэтому потихоньку, в общем, трогаюсь в сторону уже этого города. И, друзья, смотрите, как чуть поднялся выше буквально, отъехал там километров 5-7 всего лишь. Вот уже снег с края дорог лежит, представляете, здесь видно. Град идет прям снежный, и сразу же он вот тает, получается, даже снег. Вот видно специально такие ограждения, мне сказали, что здесь очень сильный ветер дует. Ограждения специально стоят, чтобы видно машины и фуры не сдувало. Такая дорога, я тут открыл свою в сторону Штутгарда дорога. Друзья, вот такая погода, просто пипец вообще. Что-то творится, снег с дождем, все крадутся потихонечку. Уже 2,5 градуса. Тепла. Сегодня передавали какой-то ураган. Уже снег. Снег с дождем, такой даже может быть град. Видно, погода 3,5 градуса, не успевает снежинки таять, долетают, но сразу тает. Все-таки плюсовая погода. Такая вот сейчас пробка стоит, видите, такая пробочка хорошая. Там навигатор показывает, вот я заезжаю через другую сторону в город Фойцинг. Потому что просто там видон горный такой, там не заехать там. Видите, справа стоит пробка уже, наверное, километров 5. Не съехать, поэтому он меня обводит как-то вокруг, чтобы туда заехать к этому паркингу такой для кемперов, я нашел через паркинг Фунайт. Итак, друзья, приехал в город Фойцинг. Что такая погода, друзья? Тут дождик льет с градом, вот то солнышко скочит,
все так вот все меняется. Ну, сразу решил по городу пойти погулять, раз приехал. Вот завтра у меня встреча здесь с одним блогером из этого города, поэтому сразу здесь придется сегодня остаться. Вот такая парковка для автодома. Здесь есть знак, вот стоять можно 48 часов. Вот видите, вот здесь вот даже воду можно налить, слить, мусор. Я вот поставил так боком автодом, потому что, видите, такой склон очень достаточно широкий. То есть склон такой достаточно резкий. Поэтому не хочется автодом ставить, вдруг что-нибудь скатится, не знаю. Поэтому я не стал рисковать. Поставил вот так вот. Вон, видите, там еще один автодом стоит на базе Мерседеса, такой старенький. Видно, у кого-то он здесь на хранение. И иду в город погулять на велосипеде. И вот, друзья, заезжаю в городок Фойнцинг. Вот начинается центр. Пока такой скромный, обычный городишко, небольшой. Вот сейчас вот не могу вспомнить, были мы в нем, не были. Вроде во всех городах почти так уже был здесь, на юге, в свое время еще. И на автодоме, и до автодома. Но пока вот не могу его вспомнить. Такая центральная улочка. Еду на велике. Тишина. Народу везде мало. Немного хоть дождик кончился. А то, конечно, вообще жесть. Хакаухоф. Он везде в центре. Галереи это. Строительные работы везде. У него уже, конечно, другая энергетика. Такая, как нежели там Карлсруэ, более большой город. Здесь так все скромненько. О, смотри, какой дяденька классный стоит. Наверное, настоящий немец. С бузиком. Вот сейчас только начинаю припоминать. По-моему, я в этом городе был. В последний раз катание в Германии на автодоме. Это было в 16 году. Да-да-да, что-то знакомое прям. Он и есть такой. Этот город. Друзья, смотрите, как красиво сделано. Такие интересные подделки большие, прям в торговом центре. В городе здесь. Красиво очень, на разных этажах. На таких подставках стоят. Елочка в снегу с какой-то игрушки красивой. Классно останавливаются, друзья, в маленьких городочках все-таки. Проконуться можно нормально, до центра доехать. Я вот всего ехал 2 километра, отлично. А какой, конечно, 4-5, сложновато уже получается, устаешь. А тут прям сказочно. Ну, тут торговый центр центральный сейчас. Прогуляюсь немножко, кофе попью где-нибудь и вайфайчик найду. Друзья, уехал из города Фойнцинг. Представляете, до сих пор пробка вот идет. Уже где-то, наверное, 8 проехал. Я вот выехал, у нас трасса пустая, в сторону Штутгарта. Я еду в Тюбинген. А тут, представляете, до сих пор пробка идет прям. С той стороны вот. В сторону, видно, Карлсруэ. Вообще машины стоят, прям фуры все.